Уважаемые бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики, от имени Центрального комитета Коммунистической партии Коммуниста России я, исполнительный секретарь и заместитель председателя партии Сергей Маленкович, поздравляю вас сердечно со 103-й годовщиной со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Мы желаем вам мужества, стойкости духа, ценим ваш героизм. Вы находитесь на передовой борьбы со всякой нечистью, которая всегда к нам шла с Запада. Мы ценим высоко ваш подвиг, ваши усилия. Передает вам пламенный привет председатель нашей партии, товарищ Максим Сурайкин. Он сейчас находится в командировке и попросил меня обратиться к вам. Знаем, что вы разделяете наше отношение к Октябрьской революции, которая навсегда останется в нашей истории, в нашей памяти. Желаем вам всего самого доброго и всегда будем поддерживать вас и Луганскую Народную Республику, Новороссию в целом.